Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев встретился с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания России Николаем Федоровым. Стороны обсудили дальнейшую совместную работу. Вы достаточно призывный на сегодняшний день российский политик. И тем более мне приятно, что вы еще возглавляете Фонд развития родных языков. Спасибо, Олег Алексеевич, большое, как в таких случаях говорят, за доверие, за предложение. Сейчас мы обменяемся мнениями для того, чтобы усовершенствовать и повысить эффективность и скорость движения республики в преодолении депрессивного состояния, по оценке всех экспертов, и ваших, и федеральных.